bar and talk about the things we're gonna do. Sit around the yacht club bar because it doesn't. But the seats are big, the swells are hung, but that don't bother me. I never get lost in my tummy, that's the toss, it's the on the sea. Now my boat, it is a big one, boys, my crew, it is the best. We race around the entrance, boys, beating all the rest. For the first one's home with the bent elbow and a powerful salt spray thirst. We sit around and drink all night and see who comes in first. Cause I love sit around the up the bar and talk about the things they're gonna do. I love to sit around the up the bar because it doesn't. Добро пожаловать на борт Талисин. Мы только что вернулись из незабываемого плавания. Проход мыса Горн с востока на запад. Справа по борту мыс Горн. Мыс Горн! 10 000 миль! Мы хотим поделиться знаниями о тактике штормования, как избежать скал, держать в рабочем состоянии оборудование и штормовые паруса, сохранять бодрость духа в экипаже и лелеять свои мечты о дальних плаваниях, несмотря на плохую погоду, которую в длинном рейсе вы, вероятно, встретите. О, это было чудесно. Пол Стед из Саусалита, Калифорния, написал письмо, которое назвал «Первое правило мореплавания». В нем он говорит о том, что человек, преуспевающий на берегу, может купить яхту и выйти в море. Выйдя в море, он будет пытаться применить в плавании навыки и умения, которые принесли ему успех на берегу. Но, продолжает Пол в своем письме, мало кто понимает, что для выживания в море нужны другие, новые качества. Возможно, будет лучше сказать, что нужно новое понимание. Человек, который осваивает самолет, в первую очередь узнает, что он в полной безопасности лишь вдали от земли. То же и с яхтой. Опаснее всего быть у берега. Правило номер один для моряка гласит «берегись земли». Ведь живущий на суше уверен, что чем он ближе к земле, тем безопаснее. Став моряком, человек на берег смотрит с подозрением, зная, что это враг. Близость суши заставит его всегда быть начеку. Глаза моряка видят не так, как глаза берегового жителя. Не бери в море свои сухопутные глаза. Когда я встретила Ларри, я была абсолютным новичком в парусе. И он удивительным образом очаровал меня, рассказав о плавании к свободе. Я увлеклась этим волшебным рассказом и начала помогать ему строить яхту. Однажды я подумала о штормах. А как же шторма? Мое воображение рисовало ужасные картины. Я представляла себя урумпелем, мчащейся с ревущим и воющим в снастях ветром яхтой, темноту ночи, обрушивающиеся волны, летящие над палубой брызги. Допустив ошибку, я могла погубить нас, но мне повезло. Ларри бывал в море с действительно опытными морскими профессионалами, такими как Боб Слоун, и узнал нечто почти колдовское – тактику, которая на деле может преодолеть силу волн. И он рассказал мне, как удерживать яхту в дрейфе.
Вся идея удержания яхты в дрейфе заключается в том, чтобы остановить ее под углом примерно 50 градусов к ветру. Если вы сделаете это, то с наветренной стороны возникает гладкая турбулентность. Или просто пятно. Эта турбулентность уменьшает силу волн с наветренной стороны. Когда яхта спускается по ветру, ее киль и подводная часть корпуса будоражат воду, вызывая при этом удивительный эффект. Но вы не должны двигаться вперед, даже со скоростью четверть узла. Потому что эти волны, вон там, они настоящие. Они по-прежнему могучи, и ваше пятно на них не действует. Поэтому главное — прекратить движение и дрейфовать по ветру. Большинство шлюпов удерживается так при поднятом триселе и с рулем, закрепленным вот так. Но если у вас другое вооружение, придется найти опытным путем, как привести яхту к ветру, остановить и удерживать в таком положении. Некоторым современным яхтам с очень малой осадкой требуется парашютный якорь для стабилизации и удержания в этом положении. Если вы таким образом установите пара-якорь, он, конечно, не позволит яхте уйти вперед за пределы своего пятна. Лечь в дрейф — не новая идея, не что-то придуманное нами. Оно применялось тысячелетиями. Капитаны небольших рыбацких, грузовых беспалубных, лоцманских судов на юге Англии, судов с прямыми парусами. Все предпочитали удерживать судно в дрейфе, когда волнение становилось опасным. Лишь недавно яхтсмены стали говорить о следовании по волне или дрейфе с убранными парусами. Мы обсуждаем в нашей книге «Руководство по практике штормования» ряд проблем, возникающих при выборе этих двух методов. Но вкратце скажем вам, почему считаем такой выбор не лучшим в экстремальный шторм. Дрейфуя без парусов, вы просто позволяете яхте делать то, что она хочет. А она почти всегда хочет лечь лагом к волне, и вероятность переворачивания становится весьма высокой. Это сильно нервирует, поверьте мне. Идти с волной, если рядом суровый подветренный берег, это не вариант. Вам нужно много места для маневра. Если вы, идя к началу шторма против ветра, решаете повернуть и убегать по волне, то теряете много с трудом пройденного расстояния, чего бы мне не хотелось сделать. Когда волны начинают угрожающе вскипать, члены экипажа должны уверенно стоять на руле, уклоняясь от больших волн, и делать это час за часом. Это невозможно, если ваша команда очень мала. Вы также беззащитны от волн, бьющих в корму и заливающих кокпит. Попадая в шторма, мы лишь дважды получали повреждения. В обоих случаях мы не удерживали яхту в дрейфе. Однажды на севере Тихого океана мы дрейфовали со спущенными парусами, и «Серафин» была повреждена волной, ударившей ее в борт. Позднее, точнее в 1973 году, на Балтике, в зимнем шторме, по разным причинам мы решили идти по волне. Яхту развернуло волной с гребнем, а в итоге наша мачта оказалась под водой. И яхта действительно была повреждена. После 1973 года мы всегда предпочитаем удерживать яхту в дрейфе. И ни разу не были повреждены, находясь в этом положении. Поэтому теперь мы рассмотрим некоторые нюансы удержания яхты в дрейфе и то, как привести ее в это положение. И Ларри начнет с самого важного вопроса. Когда следует ложиться в дрейф? Когда вы идете против ветра, это относительно легко. Волны начнут накатывать и бить в носовые скулы яхты. Идти станет некомфортно, и вы, возможно, думаете об уменьшении площади парусов. Против ветра вы идете курсом крутой Bay of the Wind. И для удержания яхты в дрейфе надо просто спустить передний парус,
закрепить руль под углом около 20 градусов в наветренную сторону, и с наветренной стороны начнет появляться возмущение воды. Или пятно, о котором мы говорили ранее. Именно оно должно защитить вас и вашу яхту. Как узнать, когда ложится в дрейф при курсе Gulfwind? Ну, обычно мы делаем это чуть раньше. Ведь волны будут бить в борт постоянно, и сердечко у вас ёкнет. Поэтому мы решаем спустить стаксель и привестись к ветру. Придя к ветру, мы оказываемся в классической позиции удержания яхты в дрейфе. Можно немного выбрать шкоты, грота или триселя, приходя к ветру. Далее мы закрепляем руль, и почти сразу начинает образовываться пятно, которое опять же защищает нас от крутых волн. Когда ложиться в дрейф, если вы идете по ветру? Это наиболее сложное из принимаемых вами решений. Так как вы идете по ветру, вы следуете туда, куда вам хочется. Вы совсем не хотите остановиться. Лечь в дрейф и не идти никуда. Вы вроде бы идете быстро, вас не заливает и движетесь вы относительно неплохо. Но если волны начинают бить в транец, яхта плохо управляется, рыскает, не слушаясь руля. Вас может бросить брочинг. Если это случится и вас развернет лагом, то возникают большие проблемы. Поэтому обычно мы спускаем стаксель и некоторое время идем вперед по триселям или зарифленным гротам, ожидая разрыва между волнами с загибающимся гребнем. Возможно, одна из них появится рядом, а другая будет вдали от нас. И мы уходим сюда и разворачиваемся, и оказываемся вот в таком положении. По мере разворота к ветру, обтягивая грот, и он становится плоским. Крепим руль под углом примерно 20 градусов на ветер, и почти сразу начинает возникать возмущение воды или пятно, защищающее яхту от крутых волн с гребнем. Принимая решение удерживать яхту в дрейфе, мы уже решили не идти под рангоутом. Однажды на Балтике мы так поступили, и нас бросило в тяжелый брочинг. Поэтому, когда приходит мысль идти без парусов, мы говорим «нет, лучше давайте удерживать яхту в дрейфе». И следуя по волне, а затем разворачиваясь к ветру, мы держим трисель поднятым. Если вы его спустите и пойдете без парусов, а затем решите удерживать яхту в дрейфе, то трисель придется поднять, чтобы правильно развернуться и лечь в дрейф. Окей, мы развернулись к ветру, и яхта удерживается в дрейфе, и образовалось пятно. Теперь весь фокус в том, чтобы держаться за пятном, не двигаться вперед и не менять галс. И то, и другое может спутать ваши чудные маленькие планы. Для более точного положения яхты в дрейфе можно сделать несколько вещей. Площадь паруса в носовой и кормовой части можно увеличить или уменьшить. Можно убрать парус, немного набить его или ослабить. Есть еще и размер паруса. Если он слишком велик, то его зарифляют или заменяют триселем. Угол руля. Этот угол можно увеличить или уменьшить, закрепив затем румпель амортизационным шнуром. Если у вас установлен швертгиль, то поднимая или опуская его, можно опытным путем найти лучшее положение корпуса. И, наконец, есть плавучие якоря, якоря парашютного типа, а также верпы. Их можно выпустить под определенным углом к борту, успокоив яхту и прекратив движение вперед. Мы твердо верим, что применяя все или некоторые из этих методов, можно правильно и безопасно удерживать в дрейфе любую яхту. Окей, давайте быстро вспомним о силах ветра
и паруса. Если ветер подует в кливер здесь, яхта увалится под ветер. Это если поднят только кливер. А если на ветер вынесен стаксель, если вы лежите с вынесенным стакселем, примерно вот так, ветер будет дуть прямо в этот парус и наполнит его. И будет толкать его еще сильнее. Поэтому, соответственно, нос еще больше, чем в случае с кливером, уйдет под ветер. А если бы вы лежали только с гротом при ветре, сильно дующим в него вот здесь, вы бы начали приходить к ветру. При полном гроте вы бы еще больше пришли к ветру и, возможно, при свежем ветре легли бы на другой галс. В этих рассуждениях о том, как я буду ложиться в дрейф на разных яхтах, подразумевается, что ветер дует силой не менее 40 узлов, и на яхте имеется полный набор штормовых парусов, треселей и надлежащее вооружение для работы в море. Эта конкретная яхта является вполне обыкновенным современным парусником примерно 35 футов длиной. Сначала я бы взял три рифа на гроте и спустил передний парус. Яхта бы, вероятно, развернулась, как показано, и образовала пятно. Если она не встанет так же хорошо, как на изображении, если нос уйдет вот сюда, я бы еще немного увеличил угол перекладки руля, может еще на 5 градусов. Итак, чуть переложите руль и, наверное, немного оттяните угол зарифленного грота. На несколько градусов, вот так. Тогда нос, скорее всего, придет ближе к ветру. Иногда при выбранных шкотах грота судно хочет перейти к ветру. А эти узкие суда со скегом очень верткие. При дуновении ветерка они несутся к ветру и перескакивают на другой галс. Тогда можно попробовать чуть переложить руль назад. Измените его угол на 10 градусов и ослабьте зарифленный грот, чтобы, когда яхта придет к ветру, он только начинал заполаскивать, и яхта опять начнет уваливаться. Так как руль был переложен, яхта захочет увалиться еще чуть-чуть. Следует подстраивать эти паруса так, чтобы при сильных порывах судно приводилось к ветру, наветренная сторона паруса менялась, и яхта уваливалась под ветер опять. Сегодня большинство яхт имеют закручивающиеся передние парусы, и это выглядит как довольно большая сосиска, примерно в 2/3 толщины мачты. На современных судах эта штука впереди помогает удерживать нос. Это что-то вроде вынесенного на ветер штормового паруса. На бермудском тендере при ветре в 40 узлов я бы начал с двух рифов на гроте и рулем, закрепленным под углом 15-20 градусов. Обычно это вполне работало на принадлежавших мне яхтах, скажем, Серафин или Талисин. Глубоко сидящий подводный корпус хорошо затягивает воду, особенно впереди. Это может работать на вас, но иногда при большой зыбе волна может подойти, захватить нос и толкнуть его под ветер. Поэтому нужен парус с нижней шкаториной, побольше. Пойдет и тресель с длинной нижней шкаториной. Шлюпу с вынесенной вперед мачтой и длинным килем, чтобы лечь в дрейф, возможно, потребуется тресель с длинной шкаториной. С вынесенным вперед вооружением и мачтой вся нагрузка сосредоточена впереди. Поэтому если на гроте было взято два рифа, скажем, здесь, яхта, вероятно, увалится под ветер. Многие руководства для парусников показывают, как лечь в дрейф с зарифленным гротом и стакселем или штормовым стакселем. Просто ложишься на другой галс при закрепленных шкотах, и передний парус выносится на ветер. Это действительно работает довольно хорошо при любом зарифленном гафельном гроте. Потому что у гафельного паруса намного больше площадь парусности в кормовой части. Когда вы его зарифляете, он действительно идет вниз и пропорционально
уменьшается площадь. А когда вы зарифляете Бермудский парус, вот так, его площадь парусности смещается вперед и толкает судно к ветру. Поэтому для удержания носа нужен вынесенный на ветер маленький штормовой стаксель. Если у вас парус с системой скручивания, возможно, она при гафельном гроте послужит равновесом и удержит нос. Но я обнаружил, что на зарифленном Бермудском парусе вынесенный на ветер стаксель вовсе не нужен. Особенно мне не по душе ванты, стирающие наветренный стаксель-шкот. На гафельном судне при усилении ветра свыше 40 узлов, возможно, придется использовать трисель. На гафельном судне можно поднять или маленький гафельный трисель, или обычный трисель с длинной нижней шкаториной. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я перегонял 53-футовый кетч через Атлантику и обнаружил, что он чудесно удерживался в дрейфе при ветре 50 узлов. Всего лишь при выбранном шкоте «Бизани». Это была добрая, крепкая «Бизань». Мы положили руль на борт и закрепили. При 50 узлах это работало здорово. Примечательно, что судно лучше держалось к ветру, когда шверт-киль был полностью опущен. Он как-то задерживал воду в районе грот-мачты. И яхта держалась чудесно. Позднее, когда ветер ослаб до 40 узлов, мы не очень переживали, когда ее нос уходил под ветер. На море не было опасных волн с загнутым гребнем, поэтому мы были спокойны. Люди, с которыми я говорил о кетчах, сообщали, что их суда не удерживались в дрейфе, если не был поднят трисель на грот-мачте. Поэтому, если у вас кетч, это еще один вариант, которым можно воспользоваться. Ложась в дрейф на шхуне при ветре 40 узлов, сначала я бы инстинктивно сильно зарифил грот, если бы использовал трисель с длинной нижней шкаториной. Закрепил руль под углом примерно 20-30 градусов. И если бы она хорошо держалась носом к ветру, то все в порядке. Но если бы она попыталась уходить на другой галс, пришлось бы использовать фок или передний стаксель со шкотами, которые выбраны так, чтобы надежно удерживать нос в стороне от линии ветра. Возможно, вы хотите спросить, что случится при ветре 70-80 узлов. Попытайтесь удерживаться в дрейфе как можно дольше, с триселем или парусами, так как начнем с того, что это куда легче, чем травить воду пара-якорь. Но если вы больше не удерживаетесь за пятном, вам требуется помощь, чтобы там удержаться. Метод, который надежно работал для нас в прошлом, это установка пара-якоря. Это полностью останавливает ваше продвижение вперед. И вы удерживаетесь за своим пятном в недосягаемости крупных волн загибающимся гребнем. Вот так мы устанавливаем наш пара-якорь. Основной якорный трос, идущий к парашюту, стравливается с якорной лебедки через чудесный большой блок, канифас-блок. Он идет сюда и туда. К парашюту ведет около 200 футов троса. А эта оттяжка шкентель, закрепленным за основной трос канифас-блоком, идет к шкотовой лебедке. Выбирая или стравливая его, мы можем изменять положение яхты относительно ветра. Если вы хотите немного привести яхту к ветру, надо потравить шкентель, и яхта пойдет к ветру. Если надо, чтобы нос увалился под ветер, подберите трос. Так полностью контролируется положение яхты относительно волны. Так вы остаетесь за пятном, которое расположено прямо против ветра. Яхта не может идти вперед, потому что она не может тащить в воде этот мешок с водой. Вы можете чуть-чуть пройти вперед. Угол преломления троса может немного измениться, но яхта не продвинется вперед сколько-нибудь заметно. Мы очень не любим лежать в дрейфе носом к волне с пара-якорем.
Яхта перескакивает с одного галса на другой каждые 10 минут. Мы подворачиваем, а через 10 минут мы на другом галсе опять. Когда это происходит, стабилизирующий парус перебрасывается с ужасным шумом. Также в этом случае судном создается пятно меньшего размера, чем при положении яхты под углом к ветру. Стабилизирующий парус сильно изнашивается и слабо наполняется ветром, что вынуждает чаще подворачивать. Больше всего беспокоит то, что на большой зыбе парашют и яхта может очень быстро отбрасываться назад. И руль на полном углу перекладки, вдавливаясь в транец или в стернпост, может поломаться. Мы лучше удержимся на одном галсе с полным парусом. И не будем подворачиваться всю ночь напролет. Потому что это чревато своими особенностями. Когда вы удерживаетесь в дрейфе с оттяжкой, как показано на этой диаграмме, если подойдет волна, то она толкнет нос, который уходит под ветер, а затем, когда он переместится, парашют и триссель почти сразу толкают судно назад. Поэтому напряжение в руле не возникает. В этот момент руль как бы поворачивается, и прямой нагрузки на него нет. На нашем парашюте нет вытяжного троса. Мы просто выбираем его лебедкой, когда нам это нужно. Вот в этом месте также нет цепи. Но мы обсудим это позже. Сюда идет не менее 200 футов троса. И мы используем наш обычный якорный трос от второго якоря. Вам нужно иметь возможность стравливать или выбирать его, добиваясь того, чтобы в момент нахождения яхты на гребне волны пара-якорь тоже был на гребне этой же волны. Добившись этой последовательности, вы избежите ненужных рывков на нейлоновом тросе. Но если она нарушена, то есть судно на гребне волны, когда парашют на ее подошве, гребень потянет судно и сильно дернет парашют. Мы крепим румпель здесь амортизационным шнуром тремя-четырьмя отрезками по левому и правому борту. Так румпель более-менее удерживается под нужным нам углом. Но все же имеет немного свободы движения и не испытывает чрезмерной нагрузки. У нас также есть ограничители перекладки руля, идущие от руля к корпусу. Они придерживают руль, и тот не перекладывается слишком далеко на борт и не повреждается от ранец или стернпост. На нашем триселе можно взять риф и уменьшить его площадь. И если ветра становятся по-настоящему сильными, его можно уменьшить примерно до 60 квадратных футов. Итак, в этой системе есть множество настроек, и мы можем поставить трос, основной якорный трос, если появляются признаки перетирания. Трос идет прямо через эти два блока. Окей, поднимаемся на палубу и ознакомимся с некоторыми нюансами установки парашютного якоря. Здесь мы храним 300 футов троса для парашюта. Мы вытаскиваем его. Он, конечно, используется и как трос для нашего носового якоря Данфорта. Отсоединив трос от цепи, я опускаю цепь туда, где она была. В любом случае, надо быть очень осторожным, проводя трос через блок. И убрать все, мешающее этому. На нашей яхте мне все помехи известны из прошлого опыта. Вам надо будет определить на своем судне, как проводить трос, чтобы ему ничего не мешало. Теперь следует присоединить его к вертлюгу со скобой на вашем парашютном якоре. Я на фордеке предпочитаю использовать эти стяжки для электрики. Так получается намного быстрее. Но можно также взять кусок шкимушгара, привязать шплинт к скобе и занайтовать, как обычно. Очень важно, чтобы вертлюг был надежным и проверенным. У лучших из них кованая головка, а не гайка на резьбе. Этот тестированный вертлюг я купил в специализированном такелажном магазине.
Его пришлось оцинковать, но этот недостаток, пожалуй, единственный. Это крепкая, надежная деталь. Я предлагаю вытащить весь трос на палубу и сложить его восьмеркой, чтобы не запутать при вытравливании с парашютным якорем. Дойдя до коренного конца, прикрепите его к чему-нибудь надежному. Ну, скажем, обмотайте вокруг мачты. Или как вам нравится. Затем переверните уложенную восьмеркой бухту троса, и теперь он будет сбегать в воду с вершины восьмерки. И вряд ли запутается. Мы всегда сначала ложимся в дрейф, а затем устанавливаем парашют, так как трисель стабилизирует судно. И на фордеке можно, выполняя эту работу, укладывать трос восьмеркой, готовить его для вытравливания, присоединять парашют на относительно спокойной площадке. Намного легче подсоединить этот шкентель до того, как парашют спущен за борт. Так можно сделать и после выпуска парашюта, но это намного труднее. Надо провести шкентель назад, сюда, на лебедку кокпита, и тут вы подсоединяете основной трос парашютного якоря. Теперь видите этот кусок растительной схватки? Он разорвется, когда натяжение возрастет. Когда натяжение передастся на блок, схватку он порвет. Обычно у нас есть запас в 30-40 футов троса между блоком и парашютным якорем. Для запаса слабины, чтобы якорь сразу же отошел от судна, оказавшись за бортом. Поэтому, когда вы опускаете плавучий якорь с вертлюгом за борт, его сразу отнесет от яхты. Или, может, яхту относит от якоря. И затем, когда это все в воде, вы стравливаете трос через турачку вашей лебедки до тех пор, пока не выйдет примерно 200-250 футов троса. Блок будет находиться здесь, это примерно 2/3 расстояния от кормы до вант. Примерно здесь вам нужно установить его с тем куском растительной схватки. Многие боятся наполнения парашюта воздухом при его спуске за борт. Это для нас не является проблемой, так как ткань парашюта у нас тяжелая. Легкую ткань, возможно, придется намочить перед спуском парашюта за борт, чтобы она скользила, за борт утяжелен и нормально раскрывалась. Спуская парашют, мы берем его стропы, вот так. Остальные держим так, чтобы они не спутались. Опускаем купол за борт, чтобы он скользил по наветренному борту. Давление ветра сразу прижмет купол к корпусу, и тогда можно опускать вертлюг с оснасткой. Дважды убедитесь, что стропы и трос якоря находятся сверху шкентеля, иначе они запутаются, и у вас будет много головной боли. Когда они уходят за борт, помех быть не должно. На коренной конец нейлонового якорного троса надеты два куска пластмассовой трубы. Вытравливая трос и парашют, мы перемещаем куски трубы в нужное место.
Трос обычно трется тут, когда мы лежим в дрейфе. Его нужно защитить. Мы вяжем стопорный узел коротким отрезком конца здесь. А потом делаем другой такой узел за бортом у конца трубы. Затем вы делаете два шлага, вот так, и сильно затягиваете. В моей практике короткий конец редко перетирался. Трущий элемент локализуется и не портит ни якорный трос, ни короткий конец. На Талисин у нас была небольшая проблема трения в этом блоке. Угол здесь составляет около 90 градусов. Поэтому неудивительно, что возникла маленькая проблема. Можно перевернуть ситуацию и выпускать якорный трос отсюда. Со шкотовой лебедки в кокпите, а затем закрепить шкентль с канифас-блоком здесь, где-то в районе носа. Шкентль может идти отсюда к какой-то лебедке, например, к вертикальной лебедке. Это было бы идеально, так как позволяло бы, управляя блоком с лебедки, изменять угол положения судна относительно ветра. Наверное, есть целый ряд способов прикрепить шкентль к якорному тросу парашюта, чтобы правильно удерживаться в дрейфе. Я покажу вам один из них. Это вертикальная лебедка на яхте «Хоук». Обратите внимание на защиту от истирания. Помните одну вещь, нагрузки здесь такие же, как и на плохой якорной стоянке. Когда наступает время продолжить плавание и нужно поднять парашютный якорь, сила ветра будет, видимо, 7-8 баллов. И в зависимости от него вам надо будет идти либо в бейденвинд, либо по ветру. Для подъема можно воспользоваться брашпилем. Это занимает время, и якорь можно выбирать только между гребнями. 6-7 футов за один раз. Чтобы выбрать 300 футов троса, нужно полтора часа. Другой способ – медленно идти на двигателе в сторону якоря. При этом кто-то должен обеспечивать небольшое натяжение троса, чтобы вертлюг и парашют не погрузились в воду прямо под носом яхты. В этом месте многие ставят цепь или грузы. И это большая ошибка, так как когда вы подойдете к парашюту, он утонет под тяжестью грузов. И теперь у вас под носом подвешен большой мешок с водой, может, несколько сотен фунтов. И при проходе зыби кажется, что судно тянет вниз, и оно вот-вот утонет. Люди перерезают трос парашюта и теряют устройство. Поэтому я предлагаю вам обходиться без каких-либо грузов. Только трос и вертлюг. Даже вертлюг и скобы, в конце концов, утянут парашют вниз. Но если вы оказались в таком положении и хотите из него выбраться, потравите 50-60 футов троса. Судно отнесет в сторону, а вы вернетесь в это положение и сможете поднять свой парашют до того, как он погрузится и наполнится водой до краев. Многие спрашивают, парашют какого размера надо использовать, и для меня это всегда трудный вопрос. Похоже, нет достоверной информации или формулы для выбора парашюта. Нет определенной формулы для расчета необходимого размера парашюта. Уже после того, как в 96-м году мы написали книгу «Руководство по тактике штормования», учитывая свой практический опыт, мы пересмотрели рекомендуемые размеры парашюта в сторону уменьшения. И мы хотим приведенные ранее цифры немного уменьшить. У яхты от 25 до 35 футов должен быть парашют 8 футов. От 35 до 40 футов парашют от 12 до 15 футов. Помните, мы не советуем лежать в дрейфе на одном плавучем якоре. Мы считаем, что в дрейфе надо удерживать яхту под углом 45 или 50 градусов к ветру, со стабилизирующим, удерживающим парусом.
Это намного безопаснее, меньше нагружает руль и комфортнее. Если один элемент, скажем, трисель, сорвет, вас все еще удерживают в нужном положении пара-якорь со шкентелем. И наоборот, теряя парашют, вы удерживаетесь в дрейфе под парусами. И наша система дрейфа с пара-якорем лишь помогает вам оставаться в дрейфе. Самая трудная часть в тактике штормования – отработка перед выходом в море маневра приведения яхты в дрейф. Есть два вида проверок – у причала и в море. У причала надо убедиться, что на пути у шкентеля и троса пара якоря нет помех, и ваша оснастка не истирается. Это следует сделать, растянув концы у причала, так чтобы под углом 45 градусов они чисто проходили леера со стойками и тому подобное. Истирание – серьезная проблема. Другой момент – морские испытания. Если вы из южной части Калифорнии, у вас проблема, так как там нет сильных ветров. Нужен ветер скоростью не менее 30 узлов для проверки триселя отдельно и парашютного якоря вкупе с триселем. Здесь для капитана главная задача – отработать эти моменты перед тем, как вы отправитесь в увлекательное плавание. А что если вы в море, а парашюта на борту нет? Специального парашютного якоря. Нам знакомы люди, использовавшие имевшиеся на борту материалы для создания пара-якоря. Один капитан-перегонщик просто взял три швартова, закрепил их на углах самого маленького из имевшихся на борту парусов, а чтобы предотвратить перекручивание, поставил два кранца, так как у него не было вертлюга, и все здорово работало. Вопрос, который нам задают, почему бы не лечь в дрейф в том же положении, но кормой к волне? Можно ли в дрейфе выставить якорь с кормы? Проблема здесь в том, что кокпит открыт брызгам и случайным волнам, попадающим на борт. А кокпит похож на трубу. По нему вода может попасть в рундуки и в каюту. Мы знаем тех, кто думал, что яхта тонет. Так много воды проникло под палубу, когда они держались кормой к ветру. Нос вашего судна – наиболее водостойкая и крепкая часть яхты, противостоящая брызгам и волнам. Большая проблема при дрейфе с кормовым пароякорем возникает, когда приходит время выбирать его. Приходится думать о выступающих частях, надо думать о винте. Намного легче, если устройство выпущено с носа, так как потом можно будет медленно идти к нему под двигателем, все время подтягивая якорь, и винт не мешает. Как говорилось в начале этой программы, удержание судна в дрейфе, как и дрейф с пароякорем, не новая идея. 50 лет назад суда Тунсуловы у побережья Калифорнии и Мексики убедились, что в шторм можно оставаться в море, дрейфуя с пароякорем. Интересно, что они обнаружили, что благодаря парусности их кают и передней надстройки судно стремилось держаться в дрейфе под углом 40-50 градусов к ветру,
что работала точно как парус и делала бортовую качку не такой сильной. Поэтому пара якорь вместе с надстройкой удерживали их суда точно в той позиции, о которой мы говорим. До сих пор мы говорили об удержании судна в дрейфе для обеспечения безопасности в шторм. Но следует знать про эту отдушину для моряка и по другим причинам. Самое первое. Большинство погодных фронтов несут с собой ветра. И, конечно, вы хотите идти с попутным ветром. Если погодный фронт движется со скоростью 6-10 узлов, а вы идете к Англии, весьма вероятно, что ваша скорость будет 6-10 узлов. И вы будете оставаться в шквалах и тяжелом волнении этого погодного фронта в океане. Взамен вы ложитесь в дрейф на 12-14 часов, позволяя фронту пройти, и следуете дальше при гораздо более приятной погоде. Если надо ремонтировать яхту в море, и вы умеете ложиться в дрейф, это поможет вам уравновесить судно, и ваша площадка для работы будет намного удобнее. Движение, на удивление, комфортнее, когда судно правильно лежит в дрейфе. Если ломается рулевое устройство, вам, конечно, надо знать, как лечь в дрейф, так как нельзя управлять яхтой, не сделав ремонт руля или не придумав другой способ управления ею. Так как руля для правильного удержания яхты в дрейфе у вас не будет, возможно, придется поставить пароякорь. Когда судно будет спокойно лежать на волне, можно заняться решением ваших проблем. Удерживая яхту в дрейфе под берегом, можно спокойно ожидать дня для того, чтобы зайти в порт. Важно помнить, что даже при наличии GPS неразумно заходить в незнакомые места, не дождавшись утра. Что-то могло поменяться за 2 года со времени издания карты. Или в гавани ведутся работы, и у вас на пути может оказаться оборудование. Почему бы не дождаться утра, удобно лежа в дрейфе? Так же и в открытом море. Можно в дрейфе переждать непогоду и затем идти дальше. Есть в океане места с довольно сильными течениями, а при ветре против течения волнение становится очень серьезным. Гольфстрим – море у побережья Южной Африки. На подходе к Южной Африке ветер у нас был юго-западным, а течение шло на юг. Море было весьма бурным. Мы смогли остановиться, лечь на время в дрейф, подождать северного ветра. Море вскоре успокоилось, и наш переход был приятным. Последняя причина того, чтобы рассчитывать на дрейф и знать об этом, была наглядно показана нашей приятельницей Джилл Найт. Она не знала о том, как ложиться в дрейф первые 4 года плавания на своем 30-футовом тендере Куи. Потом, рассказала она, прямо перед выходом из Австралии в плавание по Индийскому океану, кто-то рассказал ей об этом, по ее словам, волшебном способе. На полпути через Индийский океан, устав от гонки при ветре 7 баллов и болтанке, она решила прибегнуть к нему. Она говорила нам в Африке, что хотела бы узнать пораньше о том, что можно просто остановиться на яхте. По ее словам, это было здорово – остановиться. Качка уменьшилась, она прибрала всю яхту, искупала кота, смыв с него соль, сварила чудесную еду и, отдохнув, пошла дальше в хорошем настроении на весь рейс. Есть много причин, чтобы знать про удержание яхты в дрейфе, и мы бы хотели, чтобы вы подумали о них, пока мы продолжаем освещать аспекты подготовки вашей яхты к встрече с тяжелыми ветрами, когда вы сворачиваете с протоптанной дорожки. Но сначала прервемся и покажем вам, куда можно дойти, освоив плавание в штормовых широтах.
Очень важно быть готовым к штормам, так как, зная, что у вас есть план, вы знаете, что готовы бороться со штормом. Это придаст вам уверенности во время плавания. Но также на все на это следует взглянуть более широко. Харриганс и Хичкок трижды обошли вокруг света на судах длиной от 33 до 49 футов, отслеживая скорость ветров, встреченных ими за более чем 150 тысяч миль плавания. По их подсчетам, средняя скорость ветра была 10-12 узлов. Ну, в нашей практике процентное соотношение несколько иное. Так как вы знаете, мы только что вернулись, обогнув мыс Горн. Мы ходили в южные широты, мы также перегоняли яхты. Действительно, интересно отметить, что никто не просит вас перегнать его яхту с попутным ветром на переходе по ветру. Обычно нам платят за перегон яхты по районам плохой погоды или в сезон штормов. И все равно, мы обнаружили, что пройдя вместе под парусом более 170 тысяч миль, Ларри и я около 6% времени в море шли при ветре около 7 баллов. И, возможно, только 1-1.5% этого времени нам пришлось прибегать к настоящей тактике штормования, когда дули такие сильные ветра, что приходилось ложиться в дрейф. Поэтому важно смотреть на это более широко. Помни, что на достаточно длинном океанском переходе избежать штормов не удастся. Многим людям говорят, что они верят, что купив быструю яхту и имея перед выходом в море достаточно информации, можно уйти от шторма. Вам говорят, пользуйтесь погодным маршрутированием, оно поможет обойти шторма. Это можно сделать и самому, даже без помощи со стороны. Просто изучив книгу, подобную книге Алана Уотса «Мгновенный прогноз погоды» и тренируясь в этом. Можно выбрать участки хорошей погоды для выхода из порта и пройти первую часть перехода без штормов. И вам этого хочется, но в море наступит такой момент, когда вы попадете в шторм. Если вы готовы, вы с ним хорошо справитесь. Ваш переход в непогоду станет интересным приключением, а шторм не станет концом вашего плавания. Итак, поговорим о том, что такое штормовая погода. Действительно, интересно сравнить, и для меня это нетрудно. Для моряка из южной части Калифорнии, а именно там я училась ходить под парусом, ветер 25 узлов уже штормовой. Так как большую часть времени там дуют ветра 8-12 узлов, и лишь иногда послеобеденный бриз достигает 16 узлов. Но вы с удивлением узнаете, что в Кейптауне не прекращают гонки в малых классах яхт, если прогнозируемый ветер меньше 60 узлов. Итак, чтобы приобрести опыт уверенного хождения в плохую погоду, необходимо выходить в море именно в сильный свежий ветер. Я знаю, все мы пытаемся выйти в море для испытаний в хорошую погоду. Но ведь вы готовитесь к морскому плаванию. Давайте выйдем в море при ветре и узнаем, как ведет себя ваша яхта. Один из способов такой проверки – участие в местных гонках. Попробуйте выйти в море с ними. Что хорошо, в этих гонках вы научитесь идти под парусом при легком ветре. А чтобы закончить гонку, останетесь там и при сильных ветрах. Вы также научитесь управлять своей яхтой в тесноте около линии старта. Мы не предлагаем вам пытаться стать одним из лидеров гонки, но если выяснится, что вы иногда можете показать средний результат, значит, вы научились кое-чему из того, что послужит вам, когда вы выйдете в открытое море. Как только вы немного освоитесь в умеренных ветрах, как-нибудь выведите свою яхту в море при ветре 15 узлов, приведите ее круто к ветру и, выйдя из кокпита, пройдите вперед прямо к топштагу, а потом назад по подветренной стороне яхты. И каждый раз, хватаясь за что-нибудь и желая, чтобы там были какие-нибудь поручни, прикидывайте, как их в этом месте пристроить.
Это важная часть, помогающая не только подготовиться, но и выяснить, что надо добавить к конструкции яхты. Годами я твердила Ларри, что здесь на корме нужен поручень на случай шторма. Мы обдумали этот вопрос, и перед выходом в этот рейс, который обещал стать переходом с очень тяжелой погодой, Ларри придумал, как очень просто добавить поручни. Теперь он говорит, что хотел бы иметь их на яхте раньше. Это надо делать до выхода в рейс. Здесь самые простые добавления из троса, продетого через просверленное Ларри в двух фитингах отверстие. Отлично работает. Есть и другие варианты. Главное, установите поручни там, где нужно. Позаботьтесь, чтобы на палубе не было препятствий для вашего движения по ней. Подумайте о других местах хранения для нужных на палубе предметов. Смотрите себе под ноги. Везде ли есть нескользящее покрытие там, куда вы можете поставить ногу, идя вперед при этой погоде? Она должна быть везде, куда вам может потребоваться поставить ногу для работы на фордеке. Теперь повторите это при ветре 25-30 узлов. Пусть ваш капитан, вы сами, кто-то еще из экипажа выйдут на палубу по одному и пройдут вперед к топштагу, а затем вернутся назад по подветренной стороне палубы. В следующий раз в море, следуя домой с попутным ветром, при прогнозе об усилении ветра, развернитесь и направьтесь назад в море. Я знаю, что это непросто, ведь мы уже предвкушаем горячий ром с маслом, ждущий нас после постановки на якорь. Но потратьте несколько часов, приведите яхту круто к усиливающемуся ветру, поставьте штормовые паруса, посмотрите, как действует проводка их снастей. Старайтесь привыкнуть к работе на фордеке, когда дует ветер и яхта идет против него. Это вам нужно для безопасного плавания в открытом море. Идут разговоры о том, чтобы управлять всем из кокпита, так, чтобы можно было оставаться в нем безвылазно. Это нереально. Когда настанет время ставить штормовые паруса, надо уметь выйти и работать на палубе. Поэтому перед плаванием научитесь без проблем проходить в нос своей яхты при ветре любой силы. Чтобы в безопасности справляться со штормами и объективно оценивать их, следует также не обращать внимания на страшные истории, которые вам расскажут. Одни люди говорят, что идти на фордек при ветре 60 узлов – самоубийство. От других я слышала, что они не могли из-за погоды работать на палубе. Придется полностью отказаться от такого подхода. Эти люди, по-моему, говорили о том, что они сдались. Вместо этого следует иметь решительный настрой. Мы сейчас показываем вам картинки не для того, чтобы напугать. Они говорят о том, что вы можете это сделать. Эти яхты участвуют в известной или печально известной гонке Сидни Хобарт. 42 яхты дошли до конца. Они продолжали идти при ветрах, достигавших, по сообщению пилота вертолета, 70, а порывами 80 узлов. И как они это сделали? С решительным настроем, на яхтах с правильными штормовыми парусами и абсолютно свободными палубами. Этот момент потом упоминали все. С палуб этих яхт было убрано абсолютно все то, что могло быть смыто за борт. Нам самим приходилось идти при очень сильных ветрах. Я смотрела, как Ларри работал на палубе после прохода мыса Горн при ветре 70 узлов. Он не ходил, он ползал со страховочными концами очень осторожно. Я помогала ему управлять яхтой при ветре 50 узлов между Стейтен-Айленд и мысом Горн. Мы были на палубе. Вынуждена признаться, что я, как и многие другие, виновата в том, что оставляю Ларри одного на палубе при самых сильных ветрах. Это дурная привычка. Но я точно знаю, что работала на палубе при ветре 45-50 узлов. Если я могу это делать, то и вы сможете. Теперь Ларри расскажет кое о чем из того, что можно сделать, чтобы ваша яхта лучше противостояла шторму. Чтобы быть с технической точки зрения готовым к шторму, следует иметь стопроцентную уверенность в вашем стоячем такелаже и парусах для штормовой погоды.
Мы совершенно уверены в нашем стоячем такелаже, на котором сплесни, как этот, ручной работы. Прелесть таких сплесней в том, что в них не проявляется усталость металла, так как они гибкие по всей длине. Также коуш добавляет надежности, создавая эффект изгибания вверху и внизу. И там, где проходит палец, у него есть некоторая свобода движения. Очень вероятно, что ванты правого и левого бортов получат деформацию от напряжения. Причина здесь в том, что когда ванта находится на подветренной стороне, а вы идете против ветра, они немного играют, вот так. И это сказывается на стальном тросе. Иногда деформируется резьбовая часть, вот здесь. Против деформации очень хороша бронза. Поэтому у меня талрип из бронзы. Смотрите, у меня здесь, конечно, возникает эффект изгибания. И коуш здесь позволяет некоторое движение. Поэтому здесь нет точки концентрации напряжения, вызывающего деформацию. И, конечно, есть чудесный разгонный сплесень. Отличное решение. Так я понимаю идеальные соединения. Винтовую стяжку и концевое соединение. Все совсем по-другому в зажимном соединении, где зажимы впрессованы в трос, очень плотно под высоким давлением. Трос гнется, и в нем создается напряжение вот здесь. Я видел много раз усталостные разрывы стального троса как раз в этой точке. Если бы я не знал, как сплесневать трос, то выбрал бы запрессовку Nike Press Fittings, или Толлерат, как ее называют в Англии. У них трос зажимает медный бандаж. Они поставили коуш и медный бандаж, зажимающий коренную часть троса, который вообще-то не очень повреждает коренной конец троса. Он довольно милостив к нему. Поэтому вероятность того, что возникнет усталость металла в месте, где трос входит в медный бандаж, весьма мала. При зажимных соединениях неплохо будет ежегодно проверять их. Те зажимы, которые изогнуты, не идеально круглые, не отшлифованы по всей поверхности и имеют трещины, следует отбраковывать. Их нужно каждый год полировать, выявляя изъяны. Now, when we have gone on delivery jobs, когда мы перегоняли яхту, я взял и связал все эти ванты вместе нейлоновым концом, чтобы они не играли. Поэтому, если у вас нормальные концевые соединения, сделайте то же самое, чтобы ванты не играли, и они не будут деформироваться. Я это сделал для себя, так как мы хотели доставить яхту до адресата в хорошем состоянии. Это Wanderer 3. С тремя разными владельцами, пять раз обошедший земной шар. За все пройденные яхтой мили, изготовленные вручную вооружение, ни разу не подвело ее. Штормовые паруса должны быть плоскими. Чтобы они не заполаскивали, необходимо иметь надежные крепкие электросы и вогнутую заднюю шкаторину. Если паруса заполаскивают, парусина деформируется, и ваш парус лопнет, разорвется. Поэтому лучше обтягивать парус и не позволять ему заполаскивать. А вот на Серафин у нас не было штормовых парусов. Мы брали грот с тремя рифами. Трисель с двумя. Это были наши штормовые паруса. Это работает, если вы содержите эти два паруса действительно в порядке. Они не должны иметь повреждений от солнечных лучей или быть потертыми. Они должны быть в идеальном порядке, если вы их ставите в шторм. Не советую ставить их на яхтах длиной более 25 футов. Я бы предпочел трисель и надежный пуленепробиваемый штормовой стаксель. Должна быть возможность добраться до ликов и следить за ними, чтобы паруса не полоскали. Это очень важно, чтобы они не заполаскивали. Этот парус и штормовой стаксель оранжевые, чтобы их было лучше видно в море. Белый трисель или штормовой стаксель смотрятся как гребень волны. Никакие другие суда их не обнаружат. Мы выбираем шкоты нашего триселя в корму. Там установлены канифас-блоки, и через них конец идет назад к штормовой лебедке. Это большой плюс в случае поломки гика. Можно идти по триселям и обойтись без гика. В других случаях мы крепим шкоты трисели на гики. Мы делаем это, если приходится идти короткими галсами.
Так легче пройти в узкую реку при очень сильном ветре. И самое важное для Трисели, я думаю, это иметь отдельный рельс для его подъема. Нам встречались самые разные направляющие и каретки, которые устанавливают Трисель на главный парусный рельс. Но это сложно. Считаю, намного лучше иметь отдельный рельс. Можно спустить грот, взяться за фал и поднять Трисель. И это делается почти так же быстро, как говорится. Для расчета размера Триселя есть своя формула. Для шлюпа это 25% площади грота. Для такого, как наш, тендера, это около трети площади грота. А для нашего Триселя это 96 квадратных футов. Мы недавно поставили на Трисель риф Сезни. Его можно зарифлять до 60 квадратных футов. Это было удобно, когда мы были в море у Чили, около мыса Горн, при ветре 70 узлов. Когда мы взяли рифы, яхта чувствовала себя по-настоящему комфортно. Так вот, площадь нашего штормового кливера 40 квадратных футов. Он меньше, чем наш обычный зарифленный стаксель. Мы ставим его, если последний слишком велик. Еще мы ставим маленький кливер на наш кливерштаг одновременно, скажем, с полным стакселем, как дублирующий передний парус. Яхта отлично держится против ветра 35 узлов. Я нахожу, что это действительно хороший парус в таких погодных условиях. Я бы не хотел иметь устройство закручивания передних парусов. Это ограничивает выбор вариантов в шторм. На Ателье Син можно взять два рифа на рабочем стакселе. Так у нас получается два отличных, плоских, зарифленных передних паруса для движения на ветер. Когда этого становится слишком много для погодных условий, мы можем спустить обычный стаксель на палубу и добавить штормовой кливер. И получаем другой хороший плоский парус для противного ветра. Если у вас шлюп, я советую модифицировать его, поставив внутренний штаг для стакселя. Прелесть его в том, что если вы идете под всеми парусами, а затем оставляете стаксель и зарифляете грот, то в конце концов вы добьетесь отличной балансировки. Отсюда и досюда. Яхта великолепно управляется и ведет себя отлично. Теперь давайте рассмотрим некоторые моменты, помогающие вам чувствовать себя намного лучше в шторм. Действительно, важно сделать так, чтобы предметы во внутренних помещениях и на палубе не гуляли по яхте. Так как если на судне ничего не болтается, вы чувствуете себя гораздо увереннее. Я знаю, что случайно открывшаяся дверца рундука или пролившаяся на пол кастрюля с едой тут же лишают меня уверенности.
Первое, о чем надо подумать, это как вы будете освобождать палубу в непогоду при зарождающемся шторме. Наш друг, капитан перегонной команды, бывало говорил: «Оставил что-то на палубе, считай, потерял совсем». Одной из главных потерь может стать хранящийся на палубе или фардеке маленький спасательный плот, смытый при заваливании на борт. Найдите для него иное место хранения. Разместите по-другому топливные канистры, цистерны и прочие предметы на палубе. Подумайте, как легче складывать парусину. Если у вас брезентовый обвес мостика, должна быть возможность убрать его, если имеется вероятность заваливания на борт в шторм. Иначе волна, ударившая в брезент, может вырвать крепление обвеса из палубы или, что не лучше, согнуть его раму. Если оно согнется сильно, то может загородить сходной люк. Этого никому не пожелаешь. Многие устанавливают обвесы против брызг на леерах для защиты района кокпита. Если вы не хотите убирать их до наступления шторма, подумайте о том, чтобы надежно закрепить их по нижнему краю, а другие три стороны закрепите так называемыми разрывными креплениями, чтобы ударившая в брезент волна порвала крепящие их тонкие штирты, и обвесы упали на палубы, сложившись естественным образом. Когда стихнет, вы их закрепите на штатном месте. Следует постараться, чтобы вещи оставались на своих местах. Надо иметь должные подставки для тарелок. Некоторые специальные крепления на нашем судне включают эти замки на полу, чтобы настил не разошелся. И уцелело вино Ларри в бодеге, как он по-испански называет винный погребок. Мы используем эти привязные ремни для сидений нашей кушетки, а также для наших коек, так как под каждым матрасом находятся тяжелые банки. А на борту Финроуз у Бекки и Эванса очень надежные дверные замки, решившие одну из проблем, возникающих в море. Предметы внутри рундука могут двигаться, а если замки откроются изнутри и их содержимое попадает на пол, вы, как я сказала ранее, в конечном итоге немного разуверитесь в себе. У них также есть имеющиеся в продаже запоры напольных замков фирмы ABI. Крепкие, легкие в использовании, отличная конструкция. Присмотритесь к своей плите. Если она установлена в карданном подвесе, как она удерживается на кронштейнах? У некоторых плит шплинты карданного подвеса поставлены прямо на подковообразные кронштейны, и на них нет стопорной планки. При заваливании на борт плиту может бросить прямо поперек каюты. Это недавно случилось здесь, в Чили, в проливе, южнее которого мы сейчас находимся. Супруга яхтсмена оказалась на пути полета плиты, которая ее ударила, но ранила лишь слегка. Однако она сказала мужу, что больше в море не пойдет. Все на яхте при крене должно остаться на своем месте. Убедившись, что все в подпалубных помещениях и на палубе в штормовую погоду останется на месте, подумайте о разнице в мышлении моряка и сухопутного человека, как мы говорили в начале этой программы. По мнению моряка, не боящегося шторма, всегда надо держать в уме необходимость находиться далеко от берега. Что это значит? Это значит наличие места для маневра, то есть даже когда вы у неприветливого берега, у вас есть пространство для действий, чтобы вас не выбросило на скалы. В нашем случае, когда мы у берегов Чили идем на север из ревущих 50-х, из-за непреобладающих западных ветров мы бы хотели побольше места для маневра, чтобы лечь в дрейф на 4-5 дней, без риска быть выброшенным на скалы. Зная, что дрейфуем со скоростью 2/3 мили в час, при по-настоящему сильных ветрах мы все время держались в 100-150 милях от берега,
Вот что мы понимаем под достаточным расстоянием от берега. Перед каждым переходом гляньте по карте, что у вас на пути. Свыкнитесь с мыслью о том, что пойдете открытым морем, сохраняя место для маневра. Думайте о парусах, а не о двигателе. Что я имею в виду? При очень тяжелой погоде, во время шторма, топливо в танках взболтается. Весь осадок со дна пойдет к топливным фильтрам, фильтры забьются и двигатель заглохнет. А паруса в шторм исключительно надежны. И еще. Отдохните. Моряк всегда старается побольше отдыхать. Когда ветра усилятся, проводите как можно больше времени лежа на полу или в койке. Позаботьтесь о том, чтобы вся команда побольше отдыхала. Если надо быть готовым в любой момент идти на палубу, подумайте о том, чтобы принести подстилку для кокпита, положив ее на палубу рубки. Таким образом, вахтенный в своем непромоканце может лечь прямо на палубу рубки, опять же сберегая силы. Хорошо отдохнув, член экипажа принимает более разумные решения, легче выходит из трудных ситуаций. Выключите радио, когда ситуация станет совсем серьезной. Я знаю, что вы, возможно, думаете иначе. Но попавший в шторм под названием «День рождения королевы» экипаж Мэри Ти согласится со мной на 100%. Их радио было включено, и они слушали все эти весьма трагические выходы в эфир. Но, по словам экипажа Мэри Ти, мы ничем не могли помочь. Нас заливало волнами, внутрь поступало много воды. Ситуация оказалась действительно безысходной. Мы не хотели подавать СОС, но были близки к этому до тех пор, пока не выключили радио и не начали отдыхать. Отдохнув, мы предприняли действия по решению наших проблем и поняли, что вода поступает внутрь через течи в кокпите и начали их заделывать, глушить. Мы взяли ситуацию под контроль, выключив радио, отдохнув и позаботившись в первую очередь о себе. Мы рассказали вам о том, как многими разными способами подготовить яхту к шторму и безопасно пережить его. В определенный момент надо прекратить только думать об этом. Вы должны выйти туда в море, совершить плавание. Пусть море станет вашим учителем. Как однажды сказал знаменитый английский моряк Питер Пай, чтобы стать моряком, следует выйти в море. Sit around the yacht club bar because it doesn't move. Oh, the seas are big, the swells are high, but that don't bother me. I never get lost and my tummy hasn't tossed. It's a wonderful life on the sea. Now my head it wasn't reeling, my feet got tangled up. Those damned old sheets were everywhere, just trying to trip me up. The halyard broke, the boom tailed out, and the main took off like a bird. Mayday was my final call as I dug beneath my berth. Cause I love to sit around the yacht club bar and talk about the things you're gonna do. Sit around the yacht club bar because it doesn't move. Oh, the seas are big, the swells are high, but that don't bother me. I never get lost and my tummy doesn't toss. It's a wonderful life on the sea. Now my sailing days are over because of that great scare. Yeah, those take a warning. And don't you go out there. There's winds and seas and swells so high. How can you stay afloat?
like me and drink to the sea and don't untie your boat. Cause I love to sit around the yacht club bar and talk about things I'm gonna do. I love to sit around the yacht club bar because it doesn't move. Oh, the seas are big, the swells are hot, but that don't bother me. I never get lost and my tummy doesn't toss. It's a wonderful life on the sea.